А, ну челик, скорее всего, с щитами. Я никак не мог его машину уничтожить. Она даже не контрится рейлганом. Что печально. А вообще, сколько у нас игроков? 26. Казалось бы. Мы на платформе или... А. А Ник скажешь? Алекс. Что еще раз? Ник скажешь? А, такой же, как... Такой же, как у меня, только, ну, понятно, что нормальными буквами и по бокам нижнее подчеркивание. Ага, хорошо. А, стоп, подожди. Подожди, ты у Насти есть в друзьях? У Насти, да. А, как ты у нее подписан? Я же забыл совсем, что я же не со своего аккаунта играю. N большой, еще я покажу. Оно лежит по алфавиту более-менее. Это было хорошо. Энзер, так, не то. Ну, Никитрон с большими буквами будет написано. Сколько ее там, друзья? Тысяча. Нирон, Нитвулф, Натюша. А, Никитронус? Ага. Все, держи, я кинул тебе. Хорошо, завтра приму. Ну, я уже офлайн пока что в игре. Добрый вечер. Нифига там допрыгивать. Как дела, Арт? А, ну погнали, что-нибудь пройдем. Напоследок. Димон, пойдешь с Артом играть? А? Нет. Скилл. Давай, заходи. Сейчас еще Дима подойдет. На сервере? Мне тоже больше не нравится. Там есть один человек, который пищит. То чувство, когда я по большей степени сижу на своем сервере, ну, который я как раз таки и создал. Просто вот этот сервер, ну, здесь создатель Настя, просто вот она как-то... Ну, я просто предложил ей помощь в, скажем так, небольшой ее прокачке. А что за человек, которого ненавидит? Писклявый человек. А, понял, принял. Просто, скажем так, я тут... У нас был один человек, который, ну, довольно так доставал. Мне его пришлось закинуть на тюремный канал. Ну, естественно, он оттуда вышел, потом писал, что сервер говно. Я еще спрашивал, кто его приглашает. Там же есть такой непонятный человечек. Ну, хотя на самом-то деле токсиков разных хватает. И со многих серверов. Потому что, ну, я, например, знаю сервер там, где ребята занимаются тем, что крашат всех. Арт, долго ждать? Вы там
скоро закончить? Ага. Хорошо. Ага. У тебя тоже такой же? Алекс себе нового друга нашел. В смысле? Ну вот, перед тобой. Ну, на самом-то деле, я довольно удивлен, что так прям тепло приняли все дела. Прям, ну, не ожидал. Хотя, казалось бы, ну, не сказать, что я прям свой здесь, но все равно. Ну, мне, скажем так, нет смысла вести себя как... Ну вот, видишь... Я могу, скажем так, какие-нибудь шутки пошутить, но смотри, если человеку это не нравится, я не буду так делать. Особенно тот человек, который, например, со мной обращался очень хорошо, ну... А вам когда-нибудь? Ну, даже если я там могу там какие-то шутки, подколы кинуть, но если ко мне человек относится очень хорошо, ну, у меня просто язык не поворачивается это сделать. Да, грубое оскорбление, ну, я сам не приветствую. Короче, разжигание. Конечно, конечно. Ну. Да, соглашусь, как бы. Поэтому я, в принципе, как вот и написал правило, что типа, ну, ребята, как бы, объем, как бы, подколы, шутки, они приветствуются, но учитывайте тот факт, что типа, если вы начинаете подкалывать определенного человека, то и он, скажем так, ответил вам таким же подколом, то лучше отнестись к этому мягко. То бишь, даже если я вдруг скажу там что-то, там, ну, знаете, какую-нибудь такую шутку про другую национальность, скажем так, то, в принципе, я не имею права обидеться на шутку про мою национальность. То бишь, я сказал, ну, извините, скажем так, за какие-то либо слова, может, которые не очень могут быть приятны, но я скажу там, например, у чел там Вадник там хохол или еще там, или там какая-нибудь чурка. И я тогда не имею права обидеться на